Я настоятельно рекомендую принять участие в конкурсе «Сердце дают детям». Одним из главных моих желаний было получить самое искреннее удовольствие от того, что будет происходить. Пройдя уже через, получается, 5 испытаний, я действительно смог его получить. Конкурсы – это всегда достаточно такие серьезные испытания для педагогов. В педагогическом конкурсе «Сердце отдаю детям» я принимала участие впервые. Для всех, для нас, для участников, это был определенный сложный этап. Этап преодоления себя. Я не могу сказать, что эти испытания для меня были простыми. Признаться честно, это было серьезным для меня испытанием. В сложностях все время приобретается что-то очень важное. Был очень увлекателен процесс подготовки и участие в этом конкурсе. За время подготовки к конкурсу я испытала абсолютно весь спектр эмоций. Тот опыт, который мне удалось получить, общаясь с организаторами, с участниками данного конкурса, приобрести тот положительный опыт творческого общения. Мои коллеги-участники просто наиопытнейшие люди. Очень многое открыла в себе и многое узнала. Мы поделились друг с другом педагогическим опытом, это очень важно, это было очень интересно. Вот этот конкурс дал мне возможность осознать свой уровень и сделать, наверное, себя значительно лучше и интереснее. Ни капли не жалею, что поучаствовал в этом году, 2018. Это действительно очень интересно, любознательно и познавательно. Конкурс, на самом деле, это великолепная платформа для своего развития, для того, чтобы узнать что-то новое, познакомиться с новыми, действительно интересными людьми. Я счастлива, что у нас такие профессиональные педагоги, которые любят свое дело, любят детей. Хотелось бы поблагодарить организаторов. Здесь была создана очень теплая и душевная атмосфера. Благодаря профессионалам, люди, которые с нами работали на этом конкурсе, я думаю, у всех остались благоприятные впечатления. Работа с психологом очень продуктивная и творческая, дала возможность настроиться на нужный лад. Не бояться того, что будет впереди. Спасибо моему любимому дворцу за прекрасную возможность проявить себя. Спасибо. Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Миром, любви, тепла и, главное, любви нашим детям.